Ну и что, Мусин является близким родственником представителя Бахтинского района суда в Казани, находясь на свободе, он может воспрепятствовать органам следствия и расследованию настоящего уголовного дела путем оказания давления на потерпевшего свидетеля с целью изменения последними своих показаний. Отказать в удовлетворении ходатайства следователя об избрании мер пресечения и заключения под стражу в отношении Мусина Ильмаза Фанисовича 21 сентября 1984 года рождения,